Больше 7 миллиардов рублей потратят в Химках на развитие социальной сферы. Бюджет на 2019 год в городском округе останется социально ориентированным. Об этом рассказали на публичных слушаниях по проекту бюджета Химок на следующие 3 года. Ранее Совет депутатов муниципалитета уже рассматривал первые решения по расходу средств. Основные направления – образование, оказание помощи малообеспеченным гражданам, обеспечение жильем детей-сирот, а также строительство детских садов и другие проекты социальной политики. Оценка доходов была сделана очень-очень реалистично, я бы сказал, даже консервативно. Лучше мы будем иметь дополнительный профицит бюджета по исполнению, чем будем не добирать по доходам в 2019 году. Поэтому я считаю, что это один из основных показателей бюджета 2019 года. И, в принципе, у нас есть все основания считать, что он будет полностью реализован и выполнен в заданных параметрах. На публичных слушаниях участники могли задать свои вопросы и получить нужную информацию. Предложения учли в протоколе. На следующем заседании Совета депутатов народным избранникам предстоит проголосовать за принятие бюджета городского округа на 2019 год и плановый период до 2021 года.